Всем привет! Мы находимся опять в Архангельской Слободе. Я сегодня хочу вам показать номер 13 и 3. Он называется «Дача». Заходя в номер, вы увидите зеркало. Пройдя прямо и повернув направо, здесь находится спальня с двумя маленькими односпальными кроватями. Также здесь есть полочки. Заходя в туалет, что мы видим? Здесь у нас унитаз, освежитель воздуха, туалетная бумага, фен, зеркало, мыло, раковина, душевая кабина, шампунь мужской, женский и гель для душа. Выходим. Заходим в основную комнату, кухню. Здесь у нас микроволновка, чайник. Пакетированный чай, сахар, весовой чай, соль, чайничек. Вся посуда находится ниже, под шторочкой. И здесь как раз бокальчики, тарелочки, чистые полотенчика, вилки, ложки. Вот такая вот комната. Здесь у нас большая кровать, детская кроватка, постельное белье упаковано.